Здравствуйте, уважаемые чайковцы, гости канала, друзья. Я сейчас нахожусь у здания, это здание общежития. И вот на первом этаже здания была когда-то городская библиотека. И вот посмотрите, она уже второй, третий год закрыта. Смотрите, в каком ужасном состоянии. Тут плесень. Фасад весь разрушается. Вон штукатурка отлетела. Когда-то здесь люди приходили читать книги. Брать с собой, читальный зал работал. Первый этаж принадлежит муниципалитету. И вот так муниципалитет относится к своему имуществу. Так вот, смотрите, здесь даже выбиты окна, стекла. Стекла разбиты. Ну, как не придумать использовать эти помещения? Тут же вот стекло разбито. О, даже пианино есть, посмотрите. Как в течение 2-3 лет не отремонтировать и не использовать это помещение? Я удивляюсь нашему муниципалитету. Давайте сейчас, может быть, попадем внутрь. Запрещающих знаков нет. Охраны нет. КПП нет. Помещение-то нежилое. И свободный доступ. Так что мы ничего не нарушаем. Сейчас посмотрим, что там внутри. Thank you.
уважаемые, побывали внутри. Просто ужас. Канализация там бежит. Полы гнилые. Там требуют капитального ремонта. Капитального ремонта. Печально, что вот так вот распоряжается городским имуществом администрация. Да. Спасибо за просмотр.